Пробный заплыв на гребном канале в Крылатском. Сегодня проходит международное соревнование по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента России. Это своего рода тестовый турнир перед главным событием – чемпионатом мира. Светлана Анисимова наблюдает за гонками на воде. Второй день соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента проходит на гребном канале. Началось все, пожалуй, с одного из самых зрелищных видов спорта – канупола. Это игра с мячом на воде. Вот так она проходит. Конечно, все ждали и парные соревнования среди мужчин на байдарках на 1000 метров. Основная борьба здесь развернулась между командами из России и Германии. К сожалению, не в нашу пользу. Боролись, вот приехал такой состав нам сильный, это вот чемпионы мира, вот, ну на их фоне мы сейчас понятно, что выглядим немного слабее, но по тем причинам, что 2 дня назад мы прошли свой внутренний чемпионат, ну и конечно мы же ну, и без сил. Праздничный настрой, это ж праздник для нас, правильно вот Антон сказал, что основные соревнования для нас прошли в этом году, мы отобрались. Кто-то отобрался, кто-то нет. Вот. А для этого у нас уже праздник. Это шоу-программа, это очень красиво. Следующий заезд на байдарках среди женщин на 500 метров. За победу боролись спортсменки из России, Казахстана и Германии. Победили наши. Елена Анюшина и Кира Степанова, Россия! Оценивали, кстати, не только соревнования, но и место их проведения. Этой весной завершился один из самых сложных этапов реконструкции гребного канала. Сделали реконструкцию гребного канала, и поэтому, я думаю, объект такой один из лучших в мире. Поэтому погода сегодня, в принципе, тоже, видите, попутный ветер. Стоит отметить, что погода сегодня была благосклонна к спортсменам. В первый день им приходилось грести под ливнем. Я вот вчера стартовал 200 метров под дождем, прятались под стартовой крышей. Ну, хорошо, что нет дождя, естественно, но спортсменов бы это не остановило, они бы гребли под любую погоду. Кстати, победители этих соревнований получают возможность поучаствовать в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Он пройдет уже в августе этого года. Светлана Анисимова, Александр Майсов и Дмитрий Петровский, Москва 24.